KRU Studios представляет. Производство KRU Studios и Crest Animation Studios. Лягушонок Риббит. Понимаю, мощный плюх. Ты всего меня окатил. Эй, Риббит, не зависай! Кто не прыгнет, тот тухлый кокос. По-моему, это ужасная идея. Не боись, парень, прыгай к нам, пора оторваться. Давай уже, Риббит, не позорь земноводных. Ты не утонешь, ты ведь лягушка! Ты половину своей жизни проводишь под водой! Ну, как говорят, держи тело в сухости. О, да! Точняк! Риббит не любит плавать! Он вообще воды боится! Я боюсь воды? Ну, это чересчур. Ну, даешь! Лягушка и не любит воду? Ну и ошибка природы! Давай, Риббит! Давай, Риббит! Эй, водичка, класс! Ух ты! Как думаешь, долетит? Да, в прошлый раз было красиво. Надеюсь, долетит. Пожелаем ей ни пуха, ни пера, да? Мама! Что ж, как говорится, посадка – это самое сложное. Не ушиблась? Конечно, нет. Привет, ребята! Газ? Как охота на мух? Сегодня весьма неплохо. Угостить тебя? Нет, я уже обедала. Но все равно спасибо. Привет, Кейси! Как мама? Большой Барри! Ты наконец выучил ту серенаду? О, чудесно! Привет, Сесиль! Ты отлично выглядишь, подруга! Тебе сегодня кто-нибудь почистил перышки? Риббит, правда, Сесиль, красотка? Риббит? Риббит? Эй, Риббит, постой! Риббит, ты куда это? А вечеринка в пруду? Ну почему ты уходишь? Риббит, может, все-таки подождешь? Из-за чего ты расстроился? Сэнди, посмотри на меня. Да. Я не такой, как остальные. Не такой, как все лягушки. И выгляжу совсем иначе. И чувствую себя чужаком. И в довершение всего я ядовитый. Ядовитый древесный лягух. Ну что может быть еще хуже? Риббит, ну и что? Кого волнует, что ты ядовитый и древесный? Кого волнует? Меня! Меня волнует! Я единственный ядовитый в этом пруду. Ну брось, Риббит, пойдем назад. Пруд он для тех, кто любит воду. Ну, а я не люблю. Какая ирония. Лягушка ненавидит воду. Это как гусеница ненавидит листья. Куда ты собрался? В домик на дереве. Какое это
это жуткое место. Я просто не понимаю, что тебе тут может нравиться. Ах, девочкам не понять. И ты это читаешь? Конечно, само собой. Вот, посмотри. У всех зверей есть свое место, есть предназначение. Предназначение? Твоя мечта? Надпись «Риббит» — лягуш, который ненавидит воду. И прыгать. Терпеть не могу. Лягуш, который ненавидит воду и прыгать. Да, ты выделяешься. Ну и что такого? Да брось. Тебе не кажется это немного странным? У меня даже имя странное. Риббит. Ну кто так называет детей? А какое имя ты хочешь? Кермит. Вот хорошее имя. Я хотел бы стать Кермитом. Риббит. Меня зовут Кермит. Тут хотя бы есть другие лягушки. А я вижу другую белку, только когда наклоняюсь над водой. Ох ты, никогда не задумывался. Но ты молодец. Ты пользуешься успехом. Все вокруг пищат от твоих посадочных трюков. Открыть тебе тайну. Это не трюк. Я просто плохо приземляюсь. Но не признаюсь, чтобы никто не смеялся. Сэнди, а я и не знал, ты же... Ты классно летаешь. А почему не умеешь приземляться? Ну, когда-то в детстве мама учила меня летать. Но потом, как многим, ей стало некогда, и мы так и не прошли посадку. Наверное... У всех нас есть то, что мы хотели бы изменить. Наверное. Но нельзя тратить на это всю жизнь. Когда-нибудь все получится. А пока что надо просто жить здесь и сейчас. Да, но интересно, зачем мы здесь? То есть, для чего мы здесь? Конечно, я тоже хотела бы узнать. Но думаю, все идет так, как должно идти. А вот бы знать все ответы прямо сейчас. Какие ответы? Вообще все! Для чего мы здесь? Почему я ядовитый? Почему отличаюсь от других? Почему мы едим листья и жуков или рыбу? Рыбу? Фу, какая гадость! Ты что, хочешь есть рыбу? Ах, да нет же! Не хочу я есть рыбу. Ах, слушай, Сэнди, ты мой самый лучший друг и... Я тебя обожаю, но сейчас я хотел бы побыть один. О, ладно, конечно. Сегодня мир восторженно ахнул. Всемирно известный зоолог Генри Джонс открыл новый уникальный вид лягушки. Когда Джонсу вручали Нобелевскую премию, толпы людей надеялись хоть одним глазком увидеть эту уникальную амфибию. Этого поразительного парня ждут слава и богатство. Кто знает, какие приключения он переживет? Лягушка года! Люсиано, а призраки тут есть? Марселла, ты меня пугаешь? Эй, нам сюда нельзя. Мама нас потом всех отругает. Ты что, как маленький, Раф? Нельзя стать охотником, если постоянно бегать за мамой. Эй,
чуешь? Круто! Что у тебя? Ничего. Я вроде что-то чуяла. Пс, я тут чую только тебя. Эй, ты! Пойдем с той стороны. Какие красивые цвета! Не ешь его! Мама же говорила, что все яркое, ядовитое! Можно и не есть! Будет просто охота! Давай, достань его! Сама достань! Сам достань! Я первый сказал! Неправда! Сказал! Неправда! Ко мне, лягушонок! Лови, Рафа! Смотри, не упусти! Едва. Это было так круто! Ты глупый, мы же чуть не погибли!
Мамочка будет очень злиться. Нет! Ребята, пойдемте, ладно? Рафа, нам надо договориться о том, что скажем маме. Хорошо? Риббит! Риббит! Риббит, где же ты? Самолет упал. Самолета больше нет. Да ладно, Риббит. Главное, с тобой все в порядке. В порядке? Я лишился всего, что помогало мне не закиснуть и дарило счастье. Всего, что держало меня здесь. Риббит, тебе не нужны картинки, чтобы знать, как тебе жить и где. И что же мне теперь делать? Все пропало. У меня ничего нет. Ничего. Ну все, довольно, я ухожу. Уходишь? Куда? Я не знаю. И мне все равно. Где угодно будет лучше, чем здесь. Риббит. Сэнди, если я останусь, то сойду с ума. Мне правда надо уходить. Значит, сбегаешь? Ты правда сбегаешь? Ну давай! Отлично! Но я не сбегаю, я просто спасаюсь. Знай, я не буду тебя искать, ясно? А там может быть много всего страшного. Страшнее всего это остаться здесь. Но тебя могут ранить и съесть. Я ядовитый, забыла? Бояться мне нечего, все получится. Ладно, давай, давай, иди, меня это не волнует, уходи. Как я устал. Я иду много часов. Ух ты! Куда это я пришел? Дорога в тысячу миль начинается с... Ты кто такой? Замолчали. То есть пусть твой разум молчит. Успокой тревоги в сердце и сделай свой рот тихим. Молчи. И слушай. Ладно, но я же ничего не слышу. Вот именно, в этом суть. Тишина оглушительна. О, оглушительная тишина. Я не понимаю. Я это уже знаю, мой друг. Меня зовут Дипак, и я пришел помочь тебе понять. Ты многого еще не знаешь, верно? Вопросы, которые задает жизнь. Ты знаешь? Знаю. То есть ты знаешь ответ на мой вопрос о предназначении?
Как? 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 О, ну, да, я знаю. Я знаю. Потому что я... Я все видел. Как? Как? Ну, знаешь, ну, это, мой друг, это все... Квантум физика! 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 Ух ты! Во время медитации мне открываются все истины. Ух ты! Это отлично! А ты мне можешь показать? Ну, конечно, просто... Просто замолчи. Итак, дыши. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Вдох и дыши. И выдох. Итак, смотри мне в глаза. В глаза. Он меня так раздражает. И я еще убеждала его в его ценности. Нет, он же просто пацан. Но нельзя же его бросать. Я не могу предать его. Он этого не заслуживает. Рибет! Рибет! Ты чувствуешь себя в очень глубоком сне. Как это называется? В трансе. Точно, транс. Да, ты лягушка. Каков твой главный вопрос? Моя судьба, мое место... Почему я здесь? О, да, да! Я определенно это увидел. Я вижу это. Без сомнения, я вижу твою судьбу. Что? Что ты видишь? О, это нечто, доложу я вам. Ты, мой друг, не просто лягушка. Ты не просто очень маленькая зеленая земноводная. Твое место в вышине. На деревьях? Выше. В небесах? Я летучая лягушка. Что? Нет, 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 нет. Так, так, но не так. Твоя судьба куда выше этого, мой друг. Ты не просто лягушка. Так я человек? А? Ладно. Да, да, конечно, да. Ты человек. Ты заколдован. Дай вспомнить, одну минуту. Минуту. Ужасный, злой ведьмой. Злой ведьмой? Да, все именно так. Это злая ведьма. И ты непростой человек, нет. О, нет, мой друг. Ты был принцем. Я заколдованный принц? Именно заколдованной ведьмой. Она превратила тебя в очень маленькую лягушку. Да! Вот почему я постоянно чувствую себя чужим. Так и есть. Да! Боже мой! Ай-яй-яй, прошу. Только не надо кричать так громко. Да. Итак, не хотел бы ты расколдоваться? Хотел бы. Поцеловать принцессу? А? Нет, 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 поцелуй! Какая гадость! И тем более тут нет ни одной принцессы. Но у нас есть другой путь. Правда? Ну, конечно, есть. Закрой глаза и слушай очень внимательно. Я внимаю. Ха, какой внимательный! Но ты должен петь со мной. Хорошо, чудесно, прекрасно, великолепно. Эй! Ой!
Сэнди, что ты тут делаешь? И что сделала с Дипаком? Он почти рассказал, как снять чары. Нет, он почти тобой пообедал. Этот вампир тебя чуть не укусил. Тебе повезло, что я пришла. А? Ты чудом уцелел? С ума, что ли, сошел кусать меня? Я ядовитый, понимаешь? С ядом! Так тебе! Дипак, стой! Что на этот раз? Да, я понял. Я принц, нужен поцелуй, да? Рибет. Принцесса, поцелуй, Рибет. Принцесса, да? Рибет! Эй! Зачем ты это сделала? Да очнись уже! Что такое с тобой? Бормочешь себе под нос, как зомби. Ты здоров? А? Да, да, да. Пойдем домой. Не могу. Я узнал, кто я и что должен сделать. Ну и куда ты пошел? Мне нужно найти людей и поцеловать принцессу. Поцеловать человека? Фу! Стоп. Зачем? Я был заколдован, Сэнди. Меня превратила в лягушку злая ведьма. Что ты такое несешь? Не понимаешь, Сэнди? Я же принц. Человеческий принц. Но мне нужен поцелуй принцессы. И вот тогда я расколдуюсь. Это самое безумное из твоих идей. Я не вру. Я наконец-то понимаю свою судьбу. Свое предназначение. Твое предназначение поцеловать человека? Ладно, Сэнди. Продолжай, насмехайся. Ничего, ведь наконец-то, впервые, все стало ясно. Так значит, ты правда пойдешь на поиски людей? Ладно, идем. Что, правда? Ну, конечно же, я тебя не брошу. Здорово, просто отлично. Но куда нам? Вверх, на верхушке деревьев. Оттуда мы сможем увидеть все. Рибет, посидим, пожалуйста. Некогда сидеть. Мне просто надо немножко отдохнуть. Был длинный день. Ну ладно, только недолго. Нам еще далеко идти. Ух ты, вот это день. Должен сказать тебе, Сэнди, это великолепное чувство. Ты не представляешь, какое облегчение наконец-то узнать, в чем твое предназначение. Знаешь, Рибет, тебе вполне достаточно просто быть самим собой. Я знаю это. Подумай, если тебе так хочется найти свое место в мире... Может, его не так уж трудно отыскать. Ты так считаешь? Да, ведь все, что для тебя важно, это быть там, где ты хочешь. Например, на верхушке дерева, или у пруда, да где угодно. В общем, не так уж важно, где именно твое место, правда? Да, наверное. Но если это так важно для тебя, мы найдем. Ты же мой лучший друг. Ты всегда был рядом, и это важно, потому что, ну, ты знаешь, ты главное существо в моей жизни. И я не представляю себя без тебя, ну, то есть, рядом. Ты понимаешь, что я хочу сказать? Рибет? Рибет? Mm.
долго еще? Риббит, ты спрашиваешь меня об этом уже 10-й раз за этот час? Мы лезем уже целую вечность. О, а я думала, кто-то хочет поцеловать принцессу человека. Где же твой энтузиазм? Я только спросил, далеко ли, мама. Посмотри. Да. Никогда не видела ничего подобного. Ну, куда? А? Мы хотели залезть на дерево. Залезли? Что дальше? Я думал, но не знаю. Я думал, что мы отсюда увидим людей. Или что здесь где-то их царство. Царство в небесах? И, по-твоему, они живут где-то на облаках? Не смейся надо мной, пожалуйста. Я не хотела тебя обидеть, Риббит. Оно должно быть здесь. Я надеялся, что мы сможем его увидеть. Я был уверен. Но ничего нет. Ничего. Где же они? Я знаю, где люди. Что? Кто это сказал? А? Я это сказал. Простите меня, но я невольно подслушал ваш разговор. А ты кто? Оу. Оу-оу-оу-оу. О, где же мои манеры? Меня зовут Терренс. Ну и что ты тут делаешь? Риббит! О, ничего, милая. Наверное, я вас немного удивил. Ну, я отвечу на вопрос. Я прилетаю сюда каждое утро встречать рассвет. Но если откровенно, разве может быть что-то прекраснее, чем рассвет? Лично я так не думаю. А, да, наверное, тут мило. Мило? Грандиозное преуменьшение века. Вы только посмотрите на краски. О-о-о! На этот малиновый и на то, как алый переходит в цвет сердолика. О-о-о! Здорово, вы правы. Эти цвета просто великолепны. Это бесспорно. Цвета – моя жизнь. С самого вылупления у меня чутье на краски. Цвета говорят со мной. Вот, к примеру, ты. Надо же, какая занятная комбинация. А? Умоляю. Согласитесь, что невозможно не заметить, как многоцветие уступает прекрасному персиковому. А? А потом плавно переходит в бледно-желто-зеленый. О, потрясающе! Правда? Ну, наверное, правда это красиво. Что? Ничего. Я всегда знала, что ты красивый. Сэнди! Да. Тебе и правда повезло. Ведь многие не имеют ярких красок. Вот, например, твоя подружка. Эй! О, прости, милая. Я, правда, не хотел тебя обижать. Но это так, ты типичная самка. Весьма бледна по сравнению с парнями. А мне она нравится. Я всегда считал... Эй, минуточку! Ты сказал, что знаешь, где люди. Так природа помогает нам, парням, привлечь к себе внимание. И уверяю, что помощь природы не повредит. Минуточку, ты сказал, что знаешь, где люди. Умоляю. Зачем тебе понадобились люди? Эти тусклые, светло-коричневые создания. Кстати, они совершенно неотличимы друг от друга. Конечно, есть у них одна милая самка. В ее волосах красивейшие цвета. И золото сияет вокруг ее шеи и на руках. И все другие люди ее кормят и следуют за ней повсюду. О, счастливица! Ее зовут... Принцессой. Принцессой? Ты знаешь, где найти принцессу? Ну, полагаю, да. Но кого волнуют люди? Твои цвета куда красивее, чем у людей. Я предпочитаю яркие цвета. Ты не понимаешь, я не совсем лягушка. Постой.
Я угадаю. Ты замаскированный питон. Когда-нибудь я доиграюсь. Нет-нет-нет, вообще-то я принц. Я человек. Меня заколдовала злая ведьма, и мне нужен поцелуй принцессы, чтобы снова стать собой. Ты принц! Настоящий принц! Девчонки будут в восторге, когда услышат. И не надо смеяться, это правда. Да, да, конечно. Заколдованный принц. Не могу дышать. Вот так, да? Ладно, был рад повеселить. Ничего, Риббит, мы найдем кого-нибудь, кто поможет нам. Нет, нет, стойте, нижайше прошу прощения. Я хочу помочь, честное слово. Правда? Ты скажешь мне, где люди? Чем тратить слова? Может быть, я лучше покажу? Покажешь? Да, ну, почти. Я припоминаю, они возле бесконечной синей ленты. Бесконечной синей ленты? Правильно. Это водяная лента. Она вон там. Я не вижу там никаких лент. Ну, конечно же. Она ведь очень далеко. Как же нам добраться до этой ленты? Я не... Может, я вас подброшу? Ты? Как? Очень просто. Полечу с вами туда. Вы двое совсем ничего не весите. Садитесь на меня и держитесь крепче. Сэнди? Делать нечего. Летим. Ну, так чего же мы ждем? Готовы? Держитесь крепче. Конечная остановка, друзья мои. Терренс, от души благодарим. О, не стоит, милочка. Я был рад помочь. Так, куда нам идти теперь? Просто вдоль воды. Рано или поздно вы найдете людей. Ну, я полетел. Теперь вы справитесь. Пока! Пока! Ну и приключение. Вот уж точно приключение. Я пить хочу. Ты хочешь воды? Нет, иди одна. А я тут пока осмотрюсь.
ты, что мы так далеко заберемся? Да, мы неплохо попутешествовали. Но цели мы пока не достигли. Мы еще не нашли принцессу. Да, но вчера мы с тобой просто гуляли у пруда и жили как обычно. Ну а сегодня ты только посмотри. Ты пережил крушение своего домика, и мы поднялись над деревьями, а сейчас мы вон уже где. Разве это все не удивительно? Да, наверное. Добрый день, друзья! Не припоминаю, чтобы мы с вами здесь раньше встречались. Видимо, вы недавно в этих краях. Да, сэр, только прибыли. Правда? Как интересно. И что привело вас в мой сектор джунглей? Мы разыскиваем людей. Людей? Гадкие создания, ужасно пахнут, и помимо всего, они очень жесткие, жилистые и хрустят. Да, как говорят, ты то, что ты ешь. Именно. Чудесная погода, не правда ли? День сегодня и правда хорош. Как раз пора пообедать. Обед? Ой, уже так поздно. Рады бы поболтать еще, но нам пора в дорогу. Нет, у нас масса времени до конца дня. К тому же, если вы уйдете, я решу, что вам неприятно мое общество. И тогда я могу рассердиться. А сердить меня не стоит. Не стоит? Ну, тогда не будем сердить вас. Так, может, вы присоединитесь ко мне на обеде? А? Эй, смотрите, видите, какие цвета? Это я к тому, яркие цвета. Да, то есть он ядовитый, яд, и животик Бобо. О, пожалуй, я все-таки попытаю удачу. Он полетел за Аргут, я? Я? Ты молодец, Олли. Спасибо, что спасли нас. Всегда быть ты, дорогая. Кстати, я Олли, а это моя фрау Джо-Джо. Мы с фрау полагать, что эти крокодилы... Полагаем. О, это есть ужасно, полагаем, что этот крокодил терроризировать все милые маленькие зверушки, кто приходит на фотопой, а мы с фрау так любим костей. Костей? О, гостей? О, да, это прекрасно, спасибо. Куда направляться, Кляйнен, малыши? Мы идем искать людей. Людей? Но зачем вы хотите искать людей? Долгая история, но мой друг хочет поцеловать принцессу, чтобы вновь стать принцем. Вас? Человеческий принц, да, сист фантастич. Ну, кто бы мог подумать, да? Я, и он хочет поцелуя человека. Он что же, считает айн поцелуй магией? Что смешного? Ладно тебе, Рибет, надо признать, что твоя история звучит дико. Но, эй, раз мы тут, можно спросить о людях. Так этот малыш есть принц? Романтично. Олли, давай поможем лягушке и его дедушке. Дедушке? Какому дедушке? Сэнди, тебя назвали моей девушкой. Извини. Нет, нет, ничего страшного. А почему ты покраснела? Нет. Нет, правда, ты покраснела. Тебе показалось. Стойте. Я. Стоп. Так. Хотеть видеть люди? Да. Вы нас не проводите.
Вам нужно есть плавать. Мне нужны плавки? А, нужно плыть по реке. Стоп, нам придется плыть туда. Найн проблем для тебя, я. Ты есть лягушка. Кого я ем? Ой, ну да, я лягушка. О, нет, 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 нет. Вообще-то внутри я человек и ненавижу воду. Лягушка ненавидит вассер? О, Майн! Что тут смешного? Ничего, Майн, друг. Знаете, я неважно плаваю. Из-за шерсти. Вот так. Ein Moment. Олли. Я, дорогая. Можем помогать. Как? И ждать тут. Я приплыть. Куда же она? Когда Джо-Джо сказать «стоять», мы стоять и не спрашивать вопросов, я? Вот, чтобы сидеть и плыть вниз по реке, там находить людей. Мы с Олли видеть их знаки на реке. Я, ты у меня есть умница, милая. Вот за что я так тебя люблю. Все на порт? Ладно, царство людей, мы идем! Вы сидеть в середине и быть сухими, Ферштейн? Конечно, спасибо вам! Рады помогать, удачи! Какие kleine милашки, да? И у них веселые приключения. Очень милые супруги. Да, похоже, они счастливы вместе. Подходят друг к другу. Да. И мы тоже. Правда? Да, но как деревья и муравьи? Муравьи? Деревья? Да. Дерево дает муравью дом, а муравей защищает дерево от врагов. Кто муравей? Ты или я? Ты. Я что же, кусавец? Нет, нет, ладно, тогда ты дерево. О, так значит, я бревно? Нет, я не это... Ты не понимаешь. Спокойно, Риббит, я тебя дразню. Что плохого в дружеских подколочках, правда? Правда? Подколочки? Тогда ты муравей. А по-моему, это ты кусаешься. Ой, что это? Камень? Этого только не хватало! Снова встретиться с вами. Нет, спокойно, Громила. Мое имя Кай. Полагаю, что вы подзабыли, но оно будет последним вашим воспоминанием. Кай, мы не хотели тебя обидеть.
О, расслабьтесь. В этих краях обижаю других всегда я. Сэнди? 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 О, нет. Сэнди! Сэнди! Сэнди. Хорошо, Сэнди, но не переживай. Еще немного, и ты будешь сама летать. Я знаю, мам, но мне хочется сейчас. Теперь внимание, следи, как я смещаю руки и ноги в полете. Готова? Ага. Надо же, что у нас есть? А, отличное пополнение зоопарка. Сэнди! Мама! Мама! Сэнди! 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 Спасите! Сэнди! Спасите! Спасите! Держись, Сэнди! Я уже иду! Риббит, скорее! Не могу! Не могу! Мондио! Сегодня у меня на обед белка. Это милое провинциальное меню. Сочное темное мясо. Даже вкуснее, чем у новорожденных крольчат. Риббит! Терпение, моншер. Нельзя торопить шеф-повара, когда он творит шедевр. Разве спешит луна на своем пути по небу? Ну, конечно, нет. Хочешь быть сытым, терпи, да? Возможно, конфи или тартар, как полагаешь. А, и немного лешо, чтобы убрать запах дичи, да? Нет, нет, спасите, спасите! Я иду, Сэнди, ты держись! Сакребле, подарок небес. Белка и лягушачьи лапки? О-хо! Это чем же я заслужил такой банкет? Мономи! Такие сильные ноги, нет! Такие мускулы! Столько мяса!
Держись, я иду! Молдир, давно ли шеф-повар должен драться за лягушачьи лапки? Это будет моим вкладом в сопротивление! Риббит, ты спас нас! Я думал уже все. Я тебя отклею! Надо разорвать паутину! Подожди, Сэнди! Куда же ты? Я держу тебя, Сэнди! Не бойся! Сэнди, ты жива? Говорят, посадка самая сложная. Ты живая! Ты живая! Я уж думал, что потерял тебя! Ой, мамочки, я... Прости, извини меня, прости, я не хотел... Не отравил? Я не хотел отравить тебя! Все в порядке? Если бы не твои летные таланты, из нас получились бы две лепешки вон там. Ну, ты сумел спасти меня от паука. Знаешь, для того, кто не прыгает и не плавает, ты все это время великолепно притворялся. О чем это ты говоришь? Я нас чуть не погубил. С ума сошел? Ты победил паука, взмыл в небо, чтобы вытащить меня из паутины, а самое главное, нашел меня в воде и доплыл со мной до берега. Ох ты, я, наверное, правда это сделал. То есть, я об этом не думал, я просто дал волю природным инстинктам. Да? Тогда тебе стоит давать волю инстинктам почаще. Ну ладно, мы выбрались. Что теперь? Ну, сказали плыть по реке, так что... Стану принцем, ты будешь рядом. Я буду кормить тебя ягодами и орехами. И о, ты будешь так рада. О. Эй, смотри, там пруд. Сэнди, смотри. Лягушки. Такие же, как я.
хорошо. Подойдет. Ведь яда слишком много не бывает. Посадите этого к остальным. Ушел. Воу-воу-воу! Что это было? Кто это был? Его зовут Черный Шаман. Уже много лет он приходит сюда и ловит наших самцов. Всегда самых ярких и самых крупных. И мы их больше не видим. Скоро мужчин совсем не останется. Это ужасно! Надо же что-то делать! Но что мы можем? Мы лягушки! Но нельзя сидеть и ничего не делать! Наших мужчин нет. Мы должны заботиться о детях. Рибет, нам надо что-то сделать. Нельзя позволить вот так разлучать эти семьи. Правильно, Сэнди. Мы с тобой спасем их. Серьезно? Более чем. У нас получится. Не зря же. Кое-кто показал мне, что если я чего-то захочу, то мне под силу все. Ну, ты готова? Мы скоро вернемся. Пока. Это принцесса. И что, без помощи других людей она ничего не умеет делать? Бедняжка. Ты завидуешь? Что? Нет. А, принцесса, гуляете, как я вижу? Просто хотела навестить деревню. А, да. Приготовление. Завтра очень важный день, не так ли? Вы будете нашей царицей. Благодарю тебя за то, что вел наш народ. Надеюсь, ты одолжишь мне немного мудрости. Хотите мудрости? Возможно, вам не стоит бродить без охраны по этой деревне. Надо быть осторожной. Мало ли что может случиться. Благодарю за совет. Что ты творишь? Мы лягушек пришли спасать. Нам нужно идти за тем человеком. А? Что? Рибет, лягушки. А, конечно. Верно. Идем. Один, два, три, четыре. А, номер шесть. Я возьму шестого. Всего одна капелька яда.
Да, превосходно. Филиппа! Отнеси это в покое принцессы. Не пролей ни одной капли. Я должен подать ей этот напиток лично. Это особый напиток. Он предназначен для правителей. Да, господин. И скоро я стану царем. Стой! Куда ты идешь? Спасать лягушек, конечно. Ты слышала? Он хочет отравить принцессу. Мы должны ему помешать. Но нельзя бросать лягушек. Правда. Давай разделимся. Ты спасай лягушек, а я помогу принцессе. Риббит, а у нас получится? Нам надо попытаться. Нельзя же все оставить, потому что нам страшно, и они крупнее, чем мы. Прошу, будь осторожен. И ты тоже. Риббит. Ребята, не бойтесь, я вас вытащу. Чш, потише там. Могли бы быть немного поласковее с тем, кто пришел вас спасать. Нет, перестань шуметь. Почему? Человек уже ушел. Может, потому что они боятся не только человека. Кай! Царица. Я дарю моей госпоже волшебный царственный эликсир. Многие лета, царица! О, нет! О, да! А ты что тут делаешь? Видишь веревку? Я томлюсь в неволе, и все по твоей вине. Падая с того водопада, я потерял сознание, а когда очнулся, этот человек уже меня связал. И теперь ты за это заплатишь. Thank you.
найти Риббита. Один шаг, и она погибла. Я выпил. Где принцесса? Она цела, но ей нужно помочь. Идем. Освободи принцессу, а я займусь Каем. Если бы не эти маленькие храбрецы. Особенно вот этот. Скажи, как я могу отблагодарить тебя? Фу! Но я, наверное, я согласна. Стой! Можно еще попытку? Риббит! Это все было выдумкой, правильно? Конечно, просто та летучая мышь, и его глаза, и голос, и... Я был таким дурнем! А, какой я принц! Я и в лягушки-то не гожусь. Я вел себя... Как идиот, Сэнди. Риббит, да какая разница? Лягушка, принц, кого это волнует? Мы же столько прошли и столько сделали. Ни лягушка, ни даже принц не совершали и половины того, что сделали мы с тобой. Да, наверное. Ты спас принцессу, Риббит. Ведь если бы не ты, она выпила бы кубок с ядом. Только ты мог спасти ее и при этом не отравиться сам. Да, да, наверное, так. И мы проделали большой путь. И правда спасли принцессу. И ни одна лягушка еще не делала такого. Я победил злодея и нашел девушку. О. То есть, девушку я не нашел. Ну, я бы не спешила с выводами. Идем. Пора двигать отсюда.
Так откуда там взялся Кай? Он был привязан к хижине шамана, как какой-то экзотический питомец. Что дальше? Мы посмотрим, что принесет утро. Как скажешь, Кермит. Режиссер Чак Пауэрс. Продюсер Ширин Хашим. Авторы сценария Чак Пауэрс и Амир Хафизи. Автор идеи Норман Халиф. На русский язык фильм дублирован студией «Позитив» по заказу компании «Кинологистика» в 2018 году.